Добрый день. Вот уже больше 9 месяцев назад мне точно так же, как и вам, друзья, было сделано предложение посмотреть онлайн мероприятие, называемое тест-драйв. Я в тот же вечер посетил его. Почему? За моей спиной стоит Nissan Pathfinder турбодизель, имеющий двигатель миллионник. Это моя машина. Каково же было мое удивление, когда спустя 130 тысяч километров пробега мастер-моторист, осматривая двигатель моей машины, сказал, что нужно разбирать его. Как выяснилось, прогорела перегородка головки блока цилиндров из-за некачественного топлива. Как же так, спросил я его. Я всю дорогу заправлялся на дорогих брендовых заправках, которые гарантируют качественный бензин. На что он рассмеялся и сказал: забудьте про качественный бензин в России. Он разбодяжен. Нет дизельного топлива, есть соляра. Посмотрев тест-драйв, я понял, что есть продукты, которые позволяют обезопасить двигатель моей машины от некачественного топлива, при этом снизить в разы выброс вредных газов в атмосферу и, как следствие, получить экономию расхода топлива, хорошую экономию. А эта тема для меня была особенно важна. Вот уже больше 12 лет я занимаюсь бизнесом, связанным с металлообработкой. На моем предприятии 4 автомобиля, которые не просто любят бензин, они его обожают. И тема снижения расхода топлива, затрат на содержание этих машин, для меня была очень актуальна. И вот уже больше 9 месяцев я пользуюсь всей линейкой продукции на всех своих 4 автомобилях. И результатом очень доволен. Результат экономии топлива на этом автомобиле 19%. BMW 520 серии с бензиновым двигателем нам удалось снизить расход до 23%. И две газели, а газель-фермер с бензиновыми двигателями, на одной экономия топлива составляет 18-20%, на другой 19-22%. Более того, кто ездил на дизелях, знает, как они поддымливают черным, легким черным дымком, особенно когда, как моей машине, 5 лет. Я сейчас вам заведу двигатель своей машины и покажу, как работает она с продуктом и какой у нее чистый выхлоп. Я завел двигатель и добавил обороты до 1400. Посмотрите, выхлоп стал чище, черного дыма нет. И это подтвердил замер дымности на станции СТО. И для меня это тоже немаловажный фактор. Задумайтесь только, чем дышим мы и наши дети. Экологи уже бьют тревогу. Более того, разобравшись, как работает продукт и получив результат на своих машинах, я понял, что на это можно хорошо заработать. И занялся реализацией продукции. Тем более, что система продвижения бизнеса в интернете налажена. Не надо никуда бегать и никого уговаривать. Вы сами все поймете, посмотрев тест-драйв. Я желаю вам удачного просмотра. Смотрите и слушайте все внимательно. И уверен, что вы примете единственное верное решение и станете партнерами нашей команды. Команды людей, экономящих свои деньги и зарабатывающих на продвижении продукции, улучшающих экологию на планете. Удачного просмотра и всего доброго, друзья!